Виннипеге прошла юбилейная, 30-я по счету, немецкая рождественская ярмарка. С 1985 года ярмарка, проходящая под эгидой немецко-канадского конгресса, каждый год собирает несколько сотен участников и тысячи посетителей. На ярмарке найдется все. Традиционная немецкая выпечка, глюхвайн, деревянные игрушки ручной работы, немецкая утварь, изделия лучших мастериц Манитобы. Сегодня мы постарались объединить все. Проживает более 3 миллионов иммигрантов немецкого происхождения. Они чтят свои традиции и культуру, с детства стараются сохранить язык. Исторически немцы эмигрировали в Канаду не только из Германии, но и из Австрии, Швеции, США, Латинской Америки и России. Первые иммигранты немецкого происхождения высадились у берегов провинции Нова-Скоша. Позже многие из них назвали своим домом Манитобу. Я родилась в Германии и эмигрировала в Манитобу в 1956 году. Вся моя жизнь прошла в Виннипеге. Я помню, как мы отмечали Рождество в детстве. Мы ждали, когда придет Сент Николас и принесет подарки под елку. Рождественский вечер мы проводили во дворе, наряжая елку и фасад дома. Рождественский вечер был всегда волшебным. Немецко-канадский конгресс активно поддерживает и развивает немецкую культуру в Канаде. Все средства, вырученные на рождественской ярмарке, пойдут на стипендии для студентов немецкого происхождения, развитие немецкой школы, организацию ознакомительных визитов в Германию и другие мероприятия, связанные с немецким языком и культурой. Тай Артищева, Игорь Ильин, Дэйв Таль, RTV. Во всем мире на русском языке разговаривают более 260 миллионов человек. Интерес к изучению языка растет. Не стала исключением и Канада. В университете Манитобы лекции по русскому языку посещают в основном канадцы. Я обожаю украинскую кухню. Я очень люблю фрикаделки. Мотивация разная. Кто-то глубоко интересуется историей и культурой России, кто-то хотел бы стать переводчиком. У некоторых есть русские и украинские корни. Я изучаю русский язык и метеорологию в университете Манитоба. Моя семья жила в Украине. Они были немецкие, русские. Я изучаю русский язык и литературу. Я учусь на 3-м курсе в университете Манитобы. Я ведь всегда любила русский язык. Потому что Россия — это она страна возможностей. Меня зовут Михаил Раймер. Я изучаю русский язык в университете Манитоба. Моя специальность — математика и компьютерный наук. Я изучаю русский язык, потому что мне очень трудный язык. Помимо уроков русского языка, в университете среди нерусскоговорящих студентов популярны лекции о русской культуре, творчестве русских писателей Чехова, Толстого, Достоевского, русской прозе постсоветского периода. Канадцы, изучающие русский язык, даже основали при университете так называемый «русский клуб». Каждую неделю ребята собираются, чтобы посмотреть фильмы на русском, пообщаться с носителями языка. Я изучаю русский язык в университете Манитобы и являюсь президентом русского клуба университета. Мы проводим мероприятия, которые объединяют студентов, изучающих язык. В университете очень много русскоговорящих студентов. Они тоже посещают клуб. Русский клуб — это уже почти семья. Добро пожаловать в русский клуб университета Манитобы. Сегодня все больше студентов учат русский язык дистанционно. Онлайн-класс позволяет проводить вебинары, консультации, проверять тесты и другие задания. В университете работает программа обмена, которая дает возможность
поехав в Киев или Санкт-Петербург, изучать язык непосредственно в русскоговорящей среде. Тая Ртищева, Игорь Ильин, RTV. «28 ноября. Суббота. Манитобцы со всех уголков провинции стекаются к главной транспортной артерии Виннипега – Портич-авеню. Сегодня здесь встречают главного Санта-Клауса провинции. В этом году крупнейшее событие года совпало с фестивалем Grey Cup, поэтому в параде принимали участие не только жители Манитобы, но и Онтарио, Альберты, Британской Колумбии, участники футбольных матчей и их болельщики. Зрители особенно тепло встречали участников Grey Cup, получали подарки и сладости из рук участников парада и с нетерпением ждали прибытия Санты. Мы только что видели платформу Grey Cup и сейчас хотим насладиться остальным парадом. Ну и, конечно, мы ждем Санту. Я был уже на параде Санты несколько раз, и сегодня я ожидаю увидеть здесь, конечно, Санту. Пожарные, трак-драйверы, персонажи любимых мультфильмов, танцевальные и музыкальные коллективы прошли по главной улице. И вот, в сопровождении Снежной Королевы, Снегурочки, Медведя в колонне парада появляется платформа Ассоциации русскоязычных манитобцев. Матрешки, карета Золушки, жар-птицы и сказок Пушкина впечатлили зрителей ежегодного представления. Они тепло встречали нашу платформу, и, казалось, поздороваться за руку с Снегурочкой хотел каждый. Я уже второй год, мне нравится. Огни русской платформы уже скрывались на перекрестке Мейн и Портич, а через несколько минут залпами салюта оповестил о своем прибытии на парад главный Санта Манитобы. Санта в городе, а значит Рождество и Новый год уже на пороге. Тая Ртищева, Игорь Ильин, Дэйв Таль, RTV.